Итак, ребят, открытие посылки. Заказывал кожу, химию, магазинчик интересном, по интересной цене. Ну, как мне показалось. Только что была непонятка, пришла посылка вот в этой коробочке. Вот такая маленькая коробочка. А тут заказ был, сумма на 12,5 тысяч. Вот. Я такой вскрыл на СДЭКе, смотрю, а там сверточки такие лежат. Я думаю, может, так кожу итальянскую сворачивают. Думаю, ну ладно, сейчас домой приеду, если что, уже туда напишу, если что-то непонятно мне. Ну, как бы кожа, у меня всегда приходят рулоны длинные, а тут в коробочке 15 на 15. Приезжаю домой, вскрываю на видео, вскрыл. Ну и вот там химия, это просто они заворачивали, потому что с Новосиба идет, там морозы, то у нас здесь теплынь. Вот, и чтобы она не испортилась, они вот так красиво ее завернули в теплую штучку. Тут финишный крем, токанол, они разливают вот по таким этим, 500 рублей штучка стоит. Мне как раз, то и мне много, а это мне хватит. Софтфил взял попробовать. И водоотталкивающая пропиточка тоже взял. Вот. Так, чисто потестить. Тут они мне бросили пробничков, всяко разных подписали. Прикольно. Какая-то шоколадка. А, ну и ниточки взял тоже 0,8 попробовать. А, ну и все. Думаю, а где остальное? А где моя кожа, которая на 12 тысяч? Заказал. Написал им, они говорят, а там еще должна быть вторая посылка на СДЭКе. Езжайте в СДЭК. Я приехал, а там парнишка просто прозевал. Ну и я отправился в СДЭК и забрал вот такой рулончик. Сейчас буду открывать. Я его надрезал. Надрезал, чтобы на камеру не открывать. Монтировать я ничего не хочу. Ну и, как всегда, по своей традиции, у меня же руки из жопы. Я когда надрезал, вот такую полосу нарисовал. И я надеюсь, что это обратка. Я ножичком прочертил, а тут всего лишь один слой бумаги. А я так вроде потихонечку. А тут, короче, итальянская кожа. Пуэбла, вакса кусочек. Ну, там добрал еще себе крейзик кусочек попробовать у них взять. Что за крейзик? Фисташку я взял. Если мне понравится, у них цена просто классная. Если я у тех беру, там цена дорогая, был по 32, а сейчас вообще 34 уже стоит, то у этих по 26, а на отрез 28, даже на отрез у них дешевле. Ну, я взял крейзика, кусочек попробовать, посмотреть. И если мне понравится, то я сейчас сделаю следующий заказик у них крутой. Господи, а. Обалдеть, она замшевая. Такая пуэбла. Я не помню цвета, как там называется. Сейчас не буду никаких брать. Вау, какая она крутая. Водненькая такая. Вот, короче, буду делать из нее. Из нее буду делать. Да, это была изнанка, поцарапал я. Так что все нормально, мне повезло. Вот. И я взял этой кожи, получается, где-то 1000 на 10. Итальянская. Она... Остальные 2,5 это крейзика кусочек и химия. Вот. И буду с этой кожи, такой типа проектик, буду делать интересные изделия, которые мне захочется, и буду их продавать. И на эти вырученные деньги, именно из этой кожи, которые буду покупать другую кожу, ну и так наращивать оборот суммы денег. Вот. И хочу хотя бы так, чтобы рублей до 100 дойти. Вот, буду пробовать, буду какие работы буду делать, буду показывать, что получилось. Господи, какая она крутая, вообще обалдеть. Какая-то необычная, я не знаю, не щупал такой. И вот, смотрите, обалдеть, фисташка какая. Цвет отражает. Я, короче, в спешке. Вот, у меня просто, я думал, на следующий день, сегодня 31-е, вот.
думал отложить на первое вскрывать, но сейчас я буду убегать из дома, и 31-го я не дотерплю просто. Мне очень захотелось это сделать все по-быстрому на камеру. У меня прям нетерпячка, я это хочу показать, и тогда я буду спать спокойно. Вот. Так, что у нас здесь следующее? Это бутер, бутера. Тоже кайфовая. На ощупь она такая более немножечко на линолеум, на старый похоже. Это, конечно, на ощупь просто огонь. И пахнет рыбой. Кажется. Так, дальше какой-то слой у меня. Мне так не хочется ничего монтировать. Я буду монтировать. Ну, хочу сделать одну штучку, потом расскажу. И уже тогда сделаю ее на видео, ролик, как положено. С программой познакомиться, с монтажной. Вот. И тогда будет все немножко по-другому. Сейчас так чисто. Кому интересно. Это шоу было у меня с этой коробочкой. А я открываю ее на СДЭКе, эту коробочку. Чувак говорит, типа, что-то не так. Я такой открываю, там вот эти сверточки лежат серебряные. Я такой думаю, ну, говорю, как-то маловато что-то, посылочка-то. И для 12 тысяч. Он такой, ну, типа, не знаю. Говорю, ну, ладно, сейчас домой, типа, приеду, разберусь. Вот он, смотрите, поебло. Ну, камера не передает. Домой же приезжаю, разобрался. Оказывается, просто человек ошибся. Так, дальше у нас вакс должен быть. Вакс мне так понравился. Я где-то у кого-то видел изделия из него. Они так смотрятся вообще. Цена, конечно, тоже вот на отрез. Получается, я брал по 80 рублей дециметр. А если без отреза, то 75 у них эта кожа. Блин, мне нравится, как она выглядит. С Новосиба ехала, они оплатили доставку. Ну, еще, блин, 12 штук. Как бы, я думаю, еще бы не оплатили ее. Вот. Что еще? Что еще? Ох ты. Вообще, короче, какая-то тяжелая такая. Так помягче она. Ну, видок у нее, конечно, космос. Вот она тоже по 80. Ну, в принципе, вот Пуэбло, Бутера. Все по 80. Я взял маленькие кусочки, чтобы мне понять, что мне хочется, а что мне не хочется. Я никогда не работал с итальянской кожей. Всегда там наши какие-то. А для этого сделал на Новый год подарок. Вот, так сказать, повышение квалификации. Сорян. О, какой-то шоколад тут красивый. И, короче, буду делать что-нибудь из нее красивое, то, что мне хочется. Не на заказ, ну, на заказ, если кому-то захочется, тот закажет из нее, ну, то, что там, если хватит. А так я буду делать что-то, что мне хочется. И мы тут недавно были на ярмарке. Новогодняя ярмарка у нас тут проходила. Ну, это такая она чистая, там на 5-м этаже. Такая мероприятие такое, как сказать, ламповое. Вот. И там люди, кто занимается, что-нибудь делают из, ну, своими ручками, приходят и продают. Ух ты, боже мой. Вот это вообще космос. Вообще, блин. Какая она приятная на ощупь. Как будто ее покоцали чем-то. Обалденная кожа. Ну, а это мой крейзик любимый. Фисташковый. Сейчас мы посмотрим. Похож он на тот. По 34 рубля. Есть разница? Или, может, я просто так получу дорого?
разницы нету вообще ни в чем. Изнанка такая. Мне последний раз оттуда прислали. Там изнанка, блядь. Ой. Там изнанка, блин. Волос больше, чем на моей башке. Вот. Оттуда, знаете, какая стриженная. Прям гладкая. Обалдеть. Мне оттуда не приходило ни разу с такой гладкой изнанкой. Вот краешек есть кожи, но это нормально. Вообще ни о чем, можно сказать. Ну и... Блин, трейзик крутой. Вообще огонь просто. Космос. Я взял вот на пробу и теперь закажу у ребят. Прям нормально закажу. Шкурками целыми закажу разненьких. И будет. И будет класс. Короче, видео затягивается. Буду делать из итальяшки какие-нибудь работы. Буду показывать, что получилось. Вот. Так что, как-то так.